Посылку с запрещенными лекарствами из Республики Беларусь задержали томские таможенники. В ней находились стероиды, которые житель Томска заказал через интернет. Вы заказали для собственного употребления? Да, для подготовки к соревнованиям. Скажите, что в данном направлении? В общей сложности изъято более 300 таблеток и почти 100 ампул с прозрачной жидкостью. В результате исследования установлено, что товар является сильнодействующим веществом общей массой свыше 150 граммов. Ввоз такого товара без документов на территорию России по закону запрещен. В отношении так называемого спортсмена возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в 1 000 000 рублей. Это уже третий случай попытки ввоза на территорию Томска подобного контрабандного товара. Сильнодействующие вещества у нас оборот и ввоз в Российскую Федерацию ограничен. То есть для ввоза требуется лицензия Минпромторга. При данных фактах, соответственно, этой лицензии получено не было.